Наша школа 1381 в этом учебном году стала участником нового городского проекта «Естественно-научная вертикаль». Проект был инициирован Департаментом образования и науки города Москвы в 2022 году. Он направлен на формирование знаний и прикладных умений обучающихся 7-9 классов в области естественных наук для решения теоретических и практикоориентированных задач, дальнейшего обучения в предпрофессиональных классах и успешной самореализации в различных сферах современных естественных наук. В рамках проекта «Естественно-научная вертикаль» ученики 7-го D-класса осваивают углубленные курсы химии и биологии, проходят обучение по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной направленности. Увлеченно погружаясь в мир химии и биологии, ребята выполняют практические и лабораторные работы. Они осваивают обязательные практикоориентированные курсы «Основы исследовательской деятельности» и «Естественно-научный эксперимент», реализуя проекты и исследования. Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования естественно-научной направленности реализуются совместно с вузами-партнерами. В рамках проекта ребята посещают экскурсии, лекции, семинары, предлагаемые вузами-партнерами, участвуют в работе университетских суббот. У ребят повышается мотивация к освоению современных профессий в области медицины, фармации, биоинженерии, биотехнологии, микробиологии. В новом учебном году моя дочь, ученица 7-го Д, обучается в классе естественно-научной вертикали. Погружение в мир естественных наук, в мир химии и биологии происходит через углубленное изучение предметов, исследований и экспериментов. Это позволяет формировать знания и навыки, которые помогут при выборе направленности предпрофессионального образования в старших классах, а также в выборе будущей профессии.